мен қазағымның көк туын желбіретіп көкке көтеріп жүргеніме көп қуаныштымын. Жас спортшыларға айтатынбыз, спортпен шұғылданыңыздар. На чемпионате Азии по вольной борьбе. В финале Нуркажа Кайпанов одержал победу над борцом из Японии со счетом 9-0. Нуркажа Кайпанову 20 лет. Он выступает в весовой категории до 70 килограммов. Для 20-летнего Кайпанова, выступающего в категории до 70 килограммов, это первая победа на континентальном первенстве. Нуркожа Кайпанов – самая настоящая темная лошадка сборной Казахстана. 20-летний борец выступает в весе до 70 килограммов. Лучший борец Азии. Наш земляк, 20-летний Нуркожа Кайпанов, стал чемпионом Азии по вольной. Олимпиада сендерна, дюсов, хатсов, алтын медаль алам деген ойда.